Добрый вечер, коллеги. Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. По десятибалльной шкале поставьте меня, как слышно. Угу. Звук нормальный? Отлично. Все, здравствуйте. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре очередном. Вы все знаете, что у нас в последнюю пятницу каталога мы проводим сравнительную характеристику, чтобы это было вам в помощь, чтобы вам легче было ориентироваться. Я прекрасно понимаю, что вы умеете и сами ориентироваться. Ну, может быть, я вас натолкну на какие-то мысли, на какие-то эмоции. Единственное, прошу извинения, если вдруг будет, если съедет, я почему-то забыла сделать слайды и может где-то съехать. Надеюсь, что нам повезет и все будет хорошо. Итак, сегодня у нас сравнительная характеристика двух каталогов Faberlic. Это номер 9 и номер 10. И мы переходим с вами к акциям, которые относятся и к тому каталогу, и к этому. Акции для новичков в 9-м каталоге, набор средств для дома, шикарная акция. И те новички, которые у вас зарегистрировались, они могут получить эти наборы. Единственное, им необходимо до 25 числа обязательно оплатить свой заказ на 1199 рублей, это в ценах каталога. И в следующем каталоге им за рубль выйдет уже вот полностью вот этот шикарнейший набор. Если у вас новички сделали заказы, но не оплатили, пожалуйста, сообщите им, что они могут не получить набор, если они не сделают оплату. Еще хочу предложить вам, чтобы вы своим новичкам сказали, что не просто нужно положить деньги, их нужно обязательно нажать кнопочку «Оплатить». Многие из вас это уже знают, но все-таки напоминаю. Естественно, далее новички перейдут на стартовую программу. И обязательно необходимо оповестить новичков, что стартовая программа, она регулярная. И если они сделали заказ по первому шагу, вот как только включились, то ни в коем случае им нельзя спадать с этой акции. Они должны в следующем каталоге обязательно делать заказ. Только тогда они получат вот такие шикарные призы. И призы на самом деле уникальные, шикарные. И это вообще эксклюзив компании Faberlic, потому что ни в одной компании такого нету. Даже если есть там подарки, то они, ну, фиксированные. А у нас все-таки есть возможность выбирать. То есть, если представлен шампунь, то можно выбирать из разных шампуней. Если представлена помада, то цветовую гамму тоже можно выбирать. Туши можно выбирать. Если представлены гели для душа и парфюм на последнем шаге, точно так же можно выбрать любых два парфюма и любых два геля парфюмированных. И крема на четвертом шаге точно так же можно будет выбрать. Это действительно эксклюзив компании Faberlic, потому что в других компаниях, я точно знаю, даже если есть подарки, то у них нет возможности выбирать. У нас это есть, и об этом необходимо говорить. Итак, давайте посмотрим, какая же акция нас ожидает в 10-м каталоге для новичков. Потрясающий набор. Я считаю, что это просто уникальный набор. Во-первых, порошок. А во-вторых, еще и кондиционер. Это вообще что-то с чем-то. Такой набор на самом деле стоит очень дорого, а компания его отдает всего за рубль. И точно так же огромное спасибо компании, что они зафиксировали сумму каждого первого шага. Как дальше будет, не знаю, но уже, по-моему, уже четвертый каталог. Они делают одну и ту же сумму по первому шагу. Это очень легко ориентироваться. В других странах, конечно же, цена, она их в их валюте, но в любом случае это очень удобно. Добрый вечер, Елена. Поэтому, если ваши новички по каким-то причинам не смогли сделать первый заказ в этом каталоге, успокойте их, не напрягайте их, скажите, что они могут сделать в следующем каталоге и получить вот этот потрясающий набор. Напрячь необходимо только тех новичков, у которых заканчивается 3 каталога после момента регистрации.
Момент регистрации считается первым каталогом. Если у них уже третий каталог, им срочно нужно сделать заказ по предыдущей акции по 9-му, то есть до 25 числа. Иначе их компания просто благополучно удалит их данные. И это, с одной стороны, обидно, с другой стороны, я считаю, что это абсолютно правильное решение от компании, потому что если человек пришел, зачем он пришел? Он пришел пользоваться или работать. Поэтому обязательно оповестите своих новичков об этих акциях, это очень важно. Давайте посмотрим следующую акцию, которая еще работает и работает до 25 числа. Я на прошлый вебинар, который был также сравнительная характеристика двух каталогов, я рассказывала об этих двух продуктах. О жидкой подводке водостойкой и о туши водостойкой. Вникать и глубоко рассказывать сейчас не буду. Могу сказать, что это просто уникальнейшие два продукта, которые, если вы даже будете нырять, у вас не потекут и не смоются. Это действительно очень потрясающие вообще подарки на летнее время, когда море, озеро, когда люди отдыхают, и это вот очень шикарно. Для этого необходимо, эта акция «Возвращаемся в бизнес», да, съехала немножко, с 6 по 25 июня она действует. Необходимо купить на сумму от 1249 рублей, это в ценах каталога. В акции участвуют те люди, которые сделали заказ, сделали последние свои заказы со второго по шестой каталог, то есть второй, третий, или четвертый, или пятый, или шестой. Это не значит, что они все это время делали. Новая водостойка не может быть, она не смывается, ее даже смыть, вы, может быть, неправильно ее нанесли, Ольга, потому что вообще любую подводку необходимо правильно наносить. Во-первых, ее нельзя наносить на тени. Если вы наносите на тени, то она теряет немножко свои свойства. Красиво, но может смыться. Второй момент. Кожа века должна быть, действительно, вот вы умылись, нанесли, например, тональную основу, припудрили, и вот тогда наносим подводку. Когда мы наносим подводку, то нужно закрыть глаза и буквально минуточку постоять с этой подводкой. И она точно не должна смыться. Все подводки, они устойчивые. И вот если нырнуть с ней, бесполезно. Ее даже, почему и рекомендуют водостойкие вообще продукты не использовать каждый день, потому что там нужно определенные средства для того, чтобы это, ну, чтобы это смыть, не повредить ничего. Итак, двигаемся дальше. Напомните своим консультантам об этой акции. У них есть такая уникальная возможность. Только, пожалуйста, скажите, что могут получить... Мне очень нравится. Я правда, вот я не часто пользуюсь, но я прям в восторге. Припудривайте, потому что веко должно быть, знаете, как обезжиренное. Если на жирное веко наносить, то получается она немножко по-другому ложится. А обезжирить веко невозможно. Мы же не можем ацетоном его промазать. Поэтому припудрите, а потом нанесите, но не на тени. Смотрите еще какой момент. Люди, кто будет, ну вот ваши люди, кто вернется и сделают заказы, вот сумма должна быть без автозаказа. То есть эта акция срабатывает только без автозаказа. Я прям столкнулась в этом периоде с этой ситуацией. Мы с моим консультантом никак не могли получить эту подводку и тушь, ничего не понимали. Даже я уже такая сведущая, сумма больше, а у нее не выходит. И только потом, когда мы более внимательно прочли, что необходимо обязательно без автозаказа, и сделали, добавили просто один продукт, чтобы проверить, сразу же все вышло потрясающе. Автоматически даже не нужно нигде выбирать, оно автоматом выходит. Так что, дорогие мои, обязательно напомните, пусть люди попробуют, потому что это вот действительно потерять такую акцию, это просто, ну вот, себя не уважать. Следующая акция, которую необходимо обратить внимание. У нас с прошлого каталога были купоны, минус 50%, летние скидки. Так, мне картинку надо, есть кому отправить.
Какую картинку? Картинки это я потом сделаю, Елена. Ладно, я иду дальше, чтобы не останавливаться. Слайдов очень много, надеюсь, постараться побыстрее вам их все показать. Смотрите, у нас у каждого, кто делал в прошлом каталоге заказы, есть купоны минус 50%. Это оформляется на втором шаге в разделе акций каталога. Многие ищут и найти не могут. То есть оформили основной заказ, зашли на второй шаг, и там уже именно в промо-акциях вы можете выбрать те продукты, которые представлены. Здесь есть один нюанс. Представлены те продукты, которые находятся в каталоге. Тех продуктов, которых в каталоге нету, их там нет. Еще один нюанс. Одежда не входит в эту акцию, обувь тоже не входит. Это по определенной причине. Причины не буду объяснять, это действительно понятная причина, потому что одежду и так стараются сделать дешевле, чем она на самом деле. Потому что, ну, пока нету наших фабрик и заводов, компания не может предоставлять 50% скидку на эту одежду, предоставляет только VIP-консультантов, которые дошли до рубина, как, знаете, как поощрение, как подарок. Поэтому вот здесь вот, ну, никак поправить нельзя. Но в любом случае постарайтесь выбрать эти купоны, потому что они просто потом их не будет, и вы не сможете их приобрести. Двигаемся дальше. Спасибо компании, очень люблю ее. Ай, жалко, съехала, но надеюсь, все-таки смогу вам рассказать. Акция «Дарим подарки». И в этот раз компания прям всем практически подарила подарки 250 рублей. И новичкам, и консультантам. Вот смотрите, для консультантов 250 рублей легли тем, кто сделал последние заказы в периодах 7, 8, в 9. Вот именно им на счет легло 250 рублей. И именно в 9 каталоге до 25 июня нужно эти 250 рублей выбрать. Необходимо оформить заказ от 1199 рублей, это в ценах каталога, запомните. То есть там сумма наша получается вообще небольшая, 900 с чем-то рублей. То есть совсем немного. И 250 автоматически списываются, когда вы утверждаете заказ. Для новичков, те, которые зарегистрировались в 7 каталоге, 8 или в 9, но до 18 июня, все, кто после 18 июня новички, им 250 рублей на счет не положили. А те, кто до 18 июня зарегистрировался с 7 каталога, у них также лежат деньги 250 рублей. И положили деньги тем, у кого не утвердили ни одного заказа за это время. Если новички уже делали заказы, им 250 рублей не положили. Это для тех, которые еще не успели по какой-то причине сделать заказы. Компания дарит такой подарок, с одной стороны, с другой стороны, это очень привлекательная возможность для новичков, для того, чтобы сделать заказ. Вот, например, у меня новичок пришел и говорит, я, наверное, в этом каталоге не смогу сделать заказ. Я сказала, ну что ж, это ваше право выбора. Но когда я ей сказала, что у нее лежат 250 рублей, она говорит, ой, наверное, все-таки сделаю, потому что мне вот все-таки это нужно. Картинки я потом, Елена, сброшу в чаты, и для структуры Устратовой Светланы, и для структуры Юли Капитоновой, и для нашей структуры я прям сделаю слайды хорошие, не такие не съехавшие, и сброшу вам все картинки, кому отправлю. Прямо сегодня это сделаю. И также новичку необходимо сделать заказ от 1199 рублей, так что не ошибетесь, сумма одинаковая, практически периоды одинаковые, единственное, есть некоторые нюансы. Обязательно расскажите людям. Далее, идем следующее. Не забывайте, что есть программа Faberlic Club. Почему я ее всегда напоминаю? Потому что это шикарные подарки. И если вы хотя бы один каталог пропускаете эту, не делаете заказы,
и вы еще не выбрали свои подарки, то они сгорят. Поэтому отследите, пожалуйста, чтобы ваши консультанты не пропустили вот этот шанс, не упустили его. Потому что очень жалко, когда накапливаются вот эти бонусные очки, их потом можно бесплатно обменять на различные продукты в зависимости, насколько вы накопили. Это вообще уникальная вообще акция от компании Faberlic. Вы просто делаете личные объемы, а еще и получаете такие уникальные подарки. Поэтому обязательно проверьте свои, оплачены ли у вас все заказы. И обязательно до 25-го необходимо оплатить. И проверьте своих консультантов, оплатили они или нет, потому что они могут пропустить. Итак, напоминаю, что заканчивается акция для наставников. Она заканчивается в этом периоде, так как она была с 6 по 9 периоды. Необходимо было делать личный объем каждый каталог и более. Или суммарно можно сделать, было 200 баллов в любом из каталогов. Главное, чтобы накопительно было 200 баллов. То есть, предположим, вы в какой-то период сделали 20, в какой-то сделали 80, вот у вас уже 100 баллов есть, поэтому главное, чтобы суммарно 200 баллов по итогу этого каталога с 6 по 9 получилось. За весь период необходимо было зарегистрировать всего 4 новичков. Я считаю, что это вообще вот элементарно просто было. И необходимо этим 4 новичкам помочь, необходимо было сделать первый шаг и второй шаг. Те, кто, например, пропустил эту акцию, уже сейчас включиться, конечно же, не сможет. Те, у кого, например, что-то недоделано, или 4 новичка есть, и первый шаг они сделали, а второй не сделали, тогда нужно постараться и просто их смотивировать подарками, может быть, подарить самим какую-то акцию, объявить им, рассказать им о преимуществах компании и проследить, чтобы у вас 4 новичка с периода 6 по 9 сделали и первый, и второй шаг. Потом, те, кто выполнит полные условия, то есть 200 баллов итого, и 4 новичка, которые сделали и первый, и второй шаг, в 11-м каталоге получат вот такой шикарнейший набор, потрясающий, брендированный набор столовых приборов. Высококачественная нержавеющая сталь, 24 предмета. У меня получили сыновья, это вообще супер. Они прям вот разложили на столе, сказали, очень такое прям тяжеленькое, прям вот такое очень красивое. То есть вот такое, знаете, элитное, действительно элитарная посуда, очень приятно такой посудой есть, очень красиво. Чайные, столовые ложки, вилки и ножи. Красивая лазерная гравировка с логотипом Faberlic, оригинальная подарочная упаковка на удобной магнитной застежке. То есть, сам по себе набор, он как подарок потрясающий, и как пользоваться им очень приятно, очень красиво, и на долгие века хватит, потому что нержавеющая сталь, ей ничего не будет, она прям вот такая хорошая, знаете, как не какой-то ширпотреб, а прям очень красивый набор. И поэтому, если у вас есть возможность получить участвовать в этой акции, получить, проследите и доделайте. Еще есть время, еще осталось до 25 числа несколько буквально дней. Давайте перейдем далее. Сейчас мы с вами поговорим о каталоге номер 9, который заканчивается. Я прекрасно понимаю, что осталось буквально несколько дней. Но, возможно, вы на что-то не обратили внимания. Так бывает, что, например, даже я пропускаю какие-то акции или пропускаю какие-то продукты, а потом говорю, да ты чего, а я вообще не видела. Каталог настолько у нас стал большой, настолько красочный, что иногда можно что-то пропустить. И сегодня, конечно, я весь каталог рассказывать не буду, а расскажу об определенных продуктах, которым я очень рада и которые, я думаю, будут для вас очень полезны. Ну, еще раз напомню, что каталог, он двусторонний. С одной стороны, у нас Елена Летучая представляет нашу потрясающую косметику для дома. И с другой стороны, девушка, молодежная коллекция, которую в принципе можно взять и даже дамам, которым за, и получить удовольствие от тех текстур, которые, во-первых, очень вкусные, во-вторых, абсолютно безвредные, в-третьих, очень высокого качества.
Обычно для молодежи делается что-то более упрощенные варианты. И вот эта вот коллекция из серии Beauty Box, она настолько прям вот очень-очень высокого качества. Мне кажется, что она даже качество настолько высокое, чтобы действительно не повредить именно кожу молодую, а именно ее, знаете как, прям сберечь. Поэтому попробуйте средства из этой коллекции, вы почувствуете полное удовлетворение от текстур, от запахов, от вкусов. Прям вкусно. Прям блески вкусные, нереально, аж съесть хочется. Итак, переходим к тем продуктам, которые бы я бы хотела бы вам представить. Успейте купить. Запускаю новую такую рубрику «Успейте купить» и раскупают все. Потому что на самом деле некоторых продуктов уже нет. И те, кто не успел заказать, говорят: «Ух, а почему их нет?» Поэтому еще раз напомню, если в вашем регионе есть эти продукты, обязательно купите. Я их себе взяла, я очень довольна. Результат потом расскажу, но начала пользоваться, и мне очень нравится. У нас вышла новая вообще вот такая продукция, набор продукции, которая управление весом. Чтобы действительно поддерживать свою фигуру в тонусе, чтобы быть красивой. Единственное, что вот у нас на Урале не появлялись еще вот кисель. Он пока не появлялся. Вот этот. Его пока просто не было. Если вы его пробуете оформить, его просто не было. Возможно, в ваших регионах и есть. Но вообще очень удобно выпить кисель вот из такого пакетика. Это просто супер. С собой взять, куда-то поехать без проблем. Итак, давайте поговорим о каждом продукте, потому что о каждом можно говорить очень серьезно. Начинается вообще это, знаете как, это коллекция, именно эта серия, и этот комплекс ухода за своим телом с ускорением. Это очень важно. Давайте посмотрим, чем именно ускорение важно. Концентрат пищевой, прессованный, мета-уп. Он делает, процесс снижения веса всегда основывается на изменении режима питания. Действительно, кто-то голодает, кто-то переходит на какие-то определенные продукты. И, конечно же, из-за этого режима у человека по-другому начинает работать организм. Кто-то нормально на это реагирует, а у кого-то сбой в программе. Поэтому вот именно в процессе перестройки организма на новый лад и его обмен веществ может замедляться и приводить к снижению тонуса. То есть, вроде бы вы худеете, ну то есть вес ваш убирается, но кожа начинает провисать. Чтобы этого не происходило, именно поэтому было создано вот это вот продукт ускорения. Чтобы ускорить обмен веществ и поддержать организм в период снижения веса. Рекомендованы активные продукты и повышение физической активности. Когда я была пухленькой, когда я худела, я специально покупала определенные витамины для укрепления иммунитета, потому что от каких-то продуктов отказалась. И вот я прям очень счастлива, что компания нам вот сделала такой продукт, не нужно никуда идти. То есть вот этот концентрат пищевой прессованный, он абсолютно натуральный комплекс для поддержания метаболизма в период снижения веса. Это очень круто. Поддерживает нормальный обмен веществ, способствует снижению усваиваемости жиров организмом, повышает тонус, и это очень здорово, то есть кожа ваша не провиснет. Содержит экстракты зеленого чая и чая мате, а также сельдерей, фенхель и люцерну. И рассчитан он на 60 порций. Сейчас давайте посмотрим, как вообще, что происходит, как воздействует по составам этот продукт и как его необходимо применять. Итак, состав и действие продукта ускорения. Экстракт зеленого чая поддерживает жировой и углеводный обмен, способствует повышению тонуса и ускорению метаболизма.
Чай мате активно участвует в липидном, белковом, углеводном обменах, потому что наш организм не должен остаться именно без белка. Это растительный вообще продукт нашего организма. И когда мы отказываемся полностью от белка, у нас могут произойти... То есть мы, знаете как, одно лечим, другое калечим. Хотим похудеть, а в конечном итоге... можем покалечить свой организм. Поэтому, чтобы этого не происходило, именно ускорение поможет вам, поможет именно в липидном и белковом углеводном обменах. Чай мате способствует усилению обмена веществ и стимулирует распад жировой ткани. Это очень здорово. То есть у вас и вода будет выходить, и жировая клетчатка будет расщепляться. Сельдерей содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, что обеспечивает стабильность клеток организма и нормализует обмен веществ. Вообще здорово. Фенхель активизирует обмен веществ в организме и способствует похудению. Люцерна содержит антиоксиданты, которые помогают улучшить обмен веществ и качество крови. Продукт можно принимать как отдельно для решения конкретной задачи, так и совместно и поэтапно с другими продуктами Slim. То есть, если вы понимаете, что вам нужно немножечко, чуть-чуть себя поддержать, свою форму, и вы понимаете, что у вас что-то происходит именно... именно с пищеварением что-то не то, то попейте ускорение, оно точно подойдет и никаких проблем не будет. Если вы действительно хотите уже все-таки, лето наступило, но погода разная, и если вы хотите, чтобы вы действительно в течение лета уже начали по-другому тело свое чувствовать, то обязательно возьмите комплексом именно всю коллекцию. Теперь давайте поговорим о следующем продукте, который тоже можно применять как отдельным продуктом, если есть такая потребность, или можно в комплексе. Давайте посмотрим. Кстати, я не сказала, но вот здесь вот как принимать написано, и те продукты точно так же. Принимать по 1-2 порции в день, запивая водой. И рекомендуемый курс приема 1-2 месяца. Итак, очищение. Концентрат пищевой прессованный, не буду зачитывать, не умею читать по-английски, извиняюсь, предназначен для деликатного очищения организма и выведения излишков жидкости. Если у вас есть отеки, то это как раз продукт для вас. Натуральные ингредиенты в составе дрожже позволяют сделать процесс очищения безопасным и эффективным. Комплекс на основе растительных компонентов предотвращает накопление лишней жидкости в организме. Особенно летом это показано, потому что когда жарко, мы много пьем. И у кого-то хороший водный обмен, то есть человек нормально принимает и нормально отдает воду организмам. А у кого-то это оседает. И многим я говорю, например, ну возьми ты попей, ну что ты мучаешься? Нет, нельзя, а то я утром стану вся отекшая. Вот как раз вот этот продукт может помочь этим людям именно удалять лишнюю жидкость, которая мешает организму. Снижает выраженность эффекта апельсиновой корки. Я от этого в полном восторге, потому что как бы мы ни ухаживали за своим телом, в определенном возрасте начинается вот эта проблема, именно апельсиновая корка. И если за этим, ну как, не ухаживать за телом, если не применять определенные продукты, то она будет усиливаться с каждым разом. И вот я всегда мечтала о том, чтобы не только сверху наносить наши потрясающие крема, которые убирают апельсиновую корку, но еще и вовнутрь, потому что это работа на два направления, и вот наконец-то этот продукт появился, я хлопала в ладоши, сразу же его заказала, и вот начала сейчас употреблять. Потом расскажу вам о результатах. Убирает отеки, то, о чем я вам говорила, вызванных излишком жидкости в организме, и обладает дренажным эффектом, и это тоже здорово, потому что... Вот честно скажу, я не знала, что внутрь можно применять и что будет происходить дренаж. Рассчитан он на 60 порций. Я уже об этом сказала.
что-то можно водой запивать, а что-то можно разжевывать. То есть вот они разные. Вот здесь вот именно про очищение говорят, что можно запивать водой. А по-моему, вот ускорение его нужно разжевывать. Ну, по-моему, да. Очищение, состав, порошок петрушки. Вот я прям вам специально состав описала, чтобы вы увидели, что абсолютно натуральные продукты, что бояться нечего. Порошок петрушки, микрокристаллическая целлюлоза-носитель, калиохлорид, магниоксид, кальциостеарат и кремниодиоксид. Это все продукты, которые, в принципе, применяются в пищу и которые не вредят нашему организму. Антислеживающие агенты. Смотрите, пищевая ценность одной порции 0,5 грамма продукта, среднее значение углеводов 0,2 грамма, совсем немножко. Пищевые волокна 0,5 граммов, и при похудении это играет большую роль. Каждый продукт рассчитывается, сколько килокалорий происходит. Энергетическая ценность всего 2 килокалория. Если 2 раза в день вы будете применять, никаких проблем не будет. Действие. Петрушка известна своими противоотечными свойствами и традиционно используется для выведения излишков жидкости из организма. Микрокристаллическая целлюлоза – это невсасываемая клетчатка, губка для кишечника, которая как раз будет очищать ваш кишечник, как губка все в себя будет втягивать, все ненужное, вот это, и будет это выводить. Представляете, вот, например, как вот я думала, как же будет вот это выводиться вода, а именно за счет того, что вот она не всасывается в организм, а как губка впитывается и все выводится. Давайте поговорим о следующем, третьем продукте из этой серии, это контроль. Давайте посмотрим, что он представляет из себя. В процессе коррекции веса бывает сложно перестроиться на новый режим питания, изменить свои привычки. А для успешного результата необходимо не только соблюдать правила сбалансированного питания, но и делать это без стресса для организма. Это очень важно, потому что, знаете почему важно? Потому что когда человек начинает садиться на какие-то диеты, и если это не сбалансировано, а вот так, знаете как анархия, просто вот это не ем, столько не ем, то потом, после того, когда человек сбрасывает определенные килограммы, у него наступает, я бы сказала, регрессия, и наступает агрессия, и он начинает настолько много есть продуктов, количественно, и те, которые вредны для здоровья, и происходит совсем не очень хороший эффект, человек очень быстро набирает себе именно вес. Поэтому вот продукт контроль – это как раз для тех людей, которые смогут постепенно перейти в нормальное русло, уже похудев или контролируя свое питание. Поэтому употребление специализированных продуктов помогает не мучиться от голода и при этом давать организму все необходимые питательные элементы. Помните, я вам говорила, что витамины я специальные покупала? Вот здесь очень хорошо. Концентрат пищевой прессованный контроль, благодаря хрому и экстракту горцинии камбоджийской в составе, концентрат обладает уникальным свойством снижать тягу к сладкому и мучному, распространенной причине набора лишнего веса. Я сказала: ура! Очень люблю сладкое, мучное не ем, а сладкое прям люблю, прям ограничиваю. Это как раз для меня, прям вот здорово. Ограничивает желание употреблять высокоуглеводные продукты, а именно они помогают нам набирать вес. Поддерживает оптимальный уровень сахара в крови, если у кого-то есть проблема с этим, и это очень здорово. Предотвращает усвоение организмом излишков углеводов. Ну, тут стеснилась, не прочитаю, всю информацию не вспомню. Давайте поговорим о составе и действии. Пиколинат хрома поддерживает нормальный уровень сахара в крови и способствует снижению тяги к высокоуглеводным продуктам. Экстракт плодов горцинии гамбоджийской содержит гидроксилимонную кислоту, которая препятствует усвоению углеводов. То есть, если все-таки вы где-то там
съели продукты с высоким содержанием углеводов. Это даже тот же виноград, у него большое содержание углеводов, банане большое содержание углеводов. И рекомендуется бананы и вообще виноград есть именно по утрам. Но очень часто многие начинают есть их по вечерам, и все, и начинает это все откладываться на наших бочках, на ножках, на животике. И даже если вы что-то лишнее съедите, то вот именно этот продукт будет препятствовать усвоению углевода. То есть он к вам как зайдет, так и выйдет, и ничего, вреда от этого не будет. Но все равно старайтесь снижать уровень углевода в своем организме. Это не совсем полезно, его нужно, но нужно минимизировать его. Микрокристаллическая целлюлоза, о которой мы уже говорили, это несасываемая клетчатка, она способствует чувству насыщения. То есть она разбухает, и мы много кушать не хотим. И именно контроль поможет в этой ситуации. Продукт также можно применять как отдельно для решения конкретной задачи, так и совместно, поэтапно с другими продуктами Slim. И также принимать по 1-2 порции в день, запивая водой. Рекомендуемый курс приема 1-2 месяца. Хороший вопрос, Елена, надо его будет задать в обратную связь по поводу грудного вскармливания, потому что когда Дарья у нас была вот и беременной, и когда кормила грудью, то она задавала вопросы в обратную связь. И в обратной связи менеджеры, специалисты, которые именно по продукту, они прям конкретно отвечали: этот продукт вы можете использовать, а вот этот воздержитесь. Он не будет вредным для вашего ребеночка, но лучше не надо. Поэтому хороший вопрос, но надо написать в обратную связь, они вам точно ответят. Но в любом случае, это вот как раз для мамочек, которые уже перестали кормить, а за счет того, что кормили деток, и совсем другие становятся, и после родов, и после кормления люди становятся совершенно другими. По себе знаю, не могла влезть ни во что, была 54 размера, грудь у меня была 5 размера, потому что родила большое количество детенышей своих. Поэтому знаю, что это такое, и поэтому худела тогда с шейпингом. Сейчас есть продукты, которые помогут и физической нагрузке, и еще дополнительно изнутри нам. Шикарные продукты, почему о них вот заострила внимание, потому что некоторых продуктов уже нет. Их раскупили, знаете, как горячие пирожки. Но кое-что еще есть, поэтому проследите. Если действительно вам эти продукты необходимы, возьмите, не пожалейте. Стоят они относительно недорого. В каталоге, по-моему, 300 с чем-то рублей. Не помню точную цену, но цена точно вот относительно недорогая. Я считаю, что абсолютно приемлемая. Обязательно это сделайте. Давайте посмотрим про другие продукты, о которых я вам хотела рассказать. Хочу, чтобы вы обратили внимание, каждый раз говорю, на спортивную коллекцию. Это вопрос или утверждение: кисель не повредит? Думаю, не повредит. Кисель, наверное, более такой мягкий, но пока его нету, киселя. Ну, вот, по крайней мере, у нас не было. Вот смотрите, хочу, чтобы вы обратили внимание обязательно на коллекцию именно спортивную. И одежду, и бутылочки. Вот все себе взяла, и взяла эспандеры, то есть удобно дома заниматься, и для мужчины можно взять, и для себя. Бутылочки эти взяла два и сказала: ой, один поставлю в офисе, чтобы посмотрели, а второй себе заберу, ну потом заберу. Так у меня просто его выпросили, потому что сказали, мы не успели купить. Бутылочки шикарные, ручка удобная, форма удобная. То есть вот это действительно, вот когда вы занимаетесь спортом, а еще в придачу именно летом, вот такая бутылочка пригодится как для вас, точно так же для ребеночка. Точно так же можно взять, вот, например, вот этот стакан. Получила его и была удивлена, пробовала разобраться, как он укрепляется, и поняла, какая прелесть. Можно внутри в стакане, например, сделать коктейль какой-то специальный белковый. А вот там, видите, два стаканчика –
Вот два стаканчика, вот такой вот и вот такой. Вот один стаканчик, разделенный на две части. То есть какие-то вкусняшки можно положить или какие-то витаминки, вот которые мы пьем, применяем, положить в этот стаканчик. А внизу можно положить, например, какую-то еду определенную. То есть когда человек хочет заниматься спортом и хочет худеть, то ему необходимо небольшое количество продуктов, но часто. Бутылок нету? Вот ловите, если они появятся, хватайте их быстрее. Вот прям возьмите, не пожалеете. Наполнить кисель? Вот не знаю, Татьяна, не отвечу вам на этот вопрос. Я думаю, что, наверное, можно. Я просто его не попробовала, поэтому не могу вам сказать по сытости, достаточен он будет или нет. Там есть продукты именно завтрак, обед и ужин. Возьмите их, потому что они вкусные, они очень сытные. И при приеме именно вот разделения питания на 5-6, когда мы питаемся, вот 5-6, ну как, господи, скажите мне, что-то я аж запуталась. Разделение питания на 5-6 раз в день. Вот там вот как раз очень будет хорошо коктейльчики. Прям вот серьезно, я попробовала, мне они очень нравятся. Рождение 3 детей у вас нормально, а вот грудь... Вот, и такое бывает тоже. Так вот, смотрите, вот как только появятся эти продукты, обязательно их возьмите. Хочу сказать про именно на руку под сотовый телефон. С одной стороны, это можно для спортсменов. С другой стороны, я настолько летом, когда вы идете, например, в чем-то, в купальнике или еще где-то, и вы не хотите в сумке оставить сотовый, вы можете вот сюда вот положить вот в эту сумочку и просто идти спокойно и не расстраиваться. То есть... Очень удобно, прекрасно сидит на руке, не сползает, я взяла, то есть я очень довольна. И обратите внимание, что в 10-м каталоге почему-то нету спортивных штанов и спортивной одежды. Странно, но нету. Возможно, они будут по более дорогой цене. Не могу гарантировать, но возможно. Когда чего-то нет в каталоге, они идут по другой цене, более дорогой. Поэтому, если вы не успели еще взять для себя спортивные штаны, рекомендую взять. Очень комфортные, очень мягкие. Именно женское лекало. Сидят на фигуре потрясающие. Я все время боялась вот этих вот внизу, вот этой резиночки. Но когда я их купила, я сказала, боже, какая прелесть. Короче, мне настолько они нравятся, я взяла себе серые с розовыми лампасами, настолько они мне нравятся, что я заказала себе еще и синие с ярко-желтыми вот такими лимонными лампасами. Рекомендую, обязательно возьмите, точно не пожалеете, берите себе, берите своим детям взросленьким. Очень высокое качество, очень комфортно, маечки, футболки, все очень... Очень-очень-очень высокого качества. Потому что буквально параллельно, пока еще у нас не появилось, я покупала в салоне, в дорогом, для себя спортивную одежду. И когда у нас появилось, сказала «Ура!» и сравнила, могу сказать одно. Качество нисколько не уступает тому, а стоимость намного ниже. Вот это я вам гарантирую точно. Поэтому если вы из спортивной одежды, кроссовок уже многих нету, поэтому если вы не взяли, рекомендую, купите, не пожалейте. Вы точно не пожалеете, вот прям вот правда. Потом скажете мне спасибо. Ловите бутылочки, они действительно очень удобные. И стаканы, вот если вы на работу, можно такой стаканчик взял, себе еду сделал, и никаких проблем, и будет у вас горяченько. Те, кто в машине ездит, тоже очень удобно. Итак, двигаемся дальше. И новинка каталога – это новая формула порошка. Действительно новая, действительно улучшенная. Ну и знаете, как его можно даже не продвигать, потому что сейчас благодаря рекламе Елене Летучей все клиенты только и спрашивают, а порошок у вас есть, который в рекламе идет? Поэтому порошок берут очень хорошо. Вроде бы как порошок есть, но я рекомендую, если вы не взяли, он, конечно, в следующем каталоге тоже будет с такой же скидкой.
Но в любом случае обязательно возьмите. И учитывайте один момент. Если вы будете пробивать порошок, то автоматически за рубль у вас выйдет мерный стаканчик. Я считаю, что это абсолютно правильно. Он недорогой, но он очень удобный для стирки и для удобства. Я очень люблю наш порошок. Еще который в старой упаковке был, в предыдущей, а сейчас еще и более. Поэтому обязательно, если вы не взяли порошок, возьмите, он всегда актуален. Если вы не доделали какой-то объем, возьмите, у вас точно его купят, потому что на каждом шагу, кому я давала каталог или с кем заговаривала, и они говорили: ой, Тань, ты же Фаберлик. Я говорю: да. Ой, а можешь порошок? Я говорю: а какой? Мне, пожалуйста, и тот, и другой. Поэтому, если вы хотите дооформить и доделать какой-то свой личный объем, то порошок, да, он, конечно, по стоимости получается баллы подороже, но в любом случае он всегда у вас уйдет, никогда он у вас не залежится. Это тот продукт, который покупают все. И, естественно, здесь вот до кучи, все вместе, там огромное количество и кондиционеров, которые с большой скидкой потрясающие, и для плиты, для духовок я фотографии вам сбрасывала, я себе прям штук 5 еще раз взяла, я и так любила этот продукт, а тут еще больше в него влюбилась, когда мне сказали: линолеум ты не отмоешь. Ну не отмоешь ты линолеум, потому что под плитой... 25 лет плита стояла на одном месте, когда мы ее убрали, газовую плиту, под ней был слой, вы знаете, наверное, сантиметра полтора, если не два, слой жира. Вот я ничего не могла сделать, потому что я этого не видела. Мне сказали: линолеум собери и выкинь, ты его не отмоешь. Я ходила специально в магазин, консультировалась, а что можно взять? Жидкий порошок очень хороший. Он очень хороший, именно для, особенно для, когда вы не хотите стирать в машинке, хотите замочить, пусть полежит, прекрасно отстирывает, потрясающий. И вот смотрите, я, короче, знаете как, и уже даже хотела профессиональное что-то купить для того, чтобы в магазине, чтобы отмыть этот жир, просто боялась, что, ну все, линолеум придется выкинуть. Какое же мое было удивление, когда я вначале немножко налила нашего средства для плиты духовок, оно постояло, поняла, что оно у меня закончилось, я взяла просто универсальное наше средство, оно тоже сейчас со скидкой, и его залила, водичкой помочила и ушла на некоторое время, минут, наверное, на 10 я ушла. Потом я подхожу, начинаю тряпочкой мыть, и оно смывается. Я просто поняла, что там, где были жесткие какие-то, то есть, ну вот где-то еда упала, она прилипла. Я взяла просто вот металлическую такую щеточку, и вместе с нашим средством я отмыла линолеум как идеально. Он стал просто, вот у меня ремонтники просто были в шоке. Они сказали: невозможно, чем вы мыли? Я говорю: я мыла нашими средствами. И рассказала им. Поэтому я прям вот накупила, обязательно возьмите, коллеги. Попробуйте сами, расскажите всем, потому что весь наш продукт, средство для дома, это тот продукт, который нужен в каждом доме. Только нужно просто показать им, дать попробовать, и тогда у вас и клиентов будет много, и люди с удовольствием будут брать. Итак, следующее, о чем я хотела бы рассказать, успей купить выгодные предложения. Именно в 9-м каталоге. Давайте посмотрим. Надо брать... В каталоге номер 9. Вот как раз вот я говорила про каши. Каш пока у нас нету. Но вот прям мечтаю быстрее бы их попробовать. Ягодные прям мечтаю. И очень выгодная цена. Как только они появятся, обязательно возьмите. И вот справа как раз те коктейли. Завтрак, обед и ужин, про которые мы говорили. Вот его можно. И они, по-моему, есть в свободной продаже. Возьмите, не пожалеете. Очень вкусные продукты. Обед, он такой ванильный. Такой прям, знаете, вот аж сладкого не хочется. Мультизлаковые каши только что появились. Ой, Ирина, так быстрее вот всего. Да расскажу вам и буду прям кашу заказывать. Прям хочу. Вот смотрите, коктейль, который обед, он ванильный, такой сладковатый, очень прям вот сытный-присытный. Ужин, яблоко там, прям вот яблоко и такой вот, знаете, вот он прям вот яблоком пахнет. Он такой приятный, освежающий, то есть на вечер прям ложишься, его кушаешь перед сном, прям приятно.
А завтрак, я вот к шоколаду как-то равнодушна, я боялась, что будет невкусно. А он очень вкусный завтрак, прям вот с шоколадом, с ванилью, прям очень вкусно. То есть все три продукта вкусные. Иногда даже делала хитрила. Я уже не стала делать завтрак, обед и ужин. Какой хочу, тот и пила именно вот-вот-вот, когда разделяла. Поэтому обязательно возьмите. И очень выгодная цена у него. Прям возьмите побольше, удобно носить с собой. Развели в водичке. Прям очень полезные эти продукты, помогут вам для формирования. Еще в плюс к тем продуктам, о которых я вам рассказывала. А также Фитокс и Итлес. Оба продукта, которые ускоряют обменные процессы в вашем организме, ускоряют расщепление жира, помогают вам не есть много, потому что заполняют ваш желудок. Почему там рекомендуется за 20 или там за 30 минут до еды, для того, чтобы разбухло. Потому что как кисель он происходит, и по вкусу они очень вкусные. Некоторые сначала не привыкают, потом прям вот прям хочется, прям аж потребность происходит. Поэтому сейчас очень хорошая акция, обязательно возьмите, обязательно воспользуйтесь этими продуктами. По таким ценам просто смешно. Так, двигаемся дальше. Еще раз хочу вам напомнить, что в этом каталоге акция на сыворотку платину. Знаю, что кто-то взял, а кто-то не взял. В Россию? Ой, Ольга, жалко. Приезжайте к нам, мы будем рады. Мы рады всем, честное слово. Вот смотрите, продукты платину, вот этот вот сыворотка, мы сейчас немножко о ней поговорим. Прямо вот знаете как, 50% скидка, очень шикарная акция. Я для себя взяла прям вот, знаете, штук, наверное, 10, потому что срок хороший, надолго хватит, причем можно эту платину, сыворотку использовать, знаете как, вот, или регулярно, если есть проблемы, или можно, например, одну использовали, вот, упаковочку, и отдыхаете, в зависимости от тех проблем, которые у вас есть на лице, на вашей коже. И давайте поговорим, что же делает сыворотка платину. Во-первых, это кислородная, концентрированная сыворотка молодости в ампулах. Могу сказать, что мне одной ампулы очень много. Поэтому мне приходится не только на лицо ее наносить, но и на шею, и на грудь, и вот на декольте, и на ручки я ее остатки намазываю, и вот на шейку сзади, и на плечики, и за ушки. То есть очень хорошо, когда вы наносите на лицо, еще нанести за ушки и потом на затылок вывести, потому что ее действительно много. Лицо у меня маленькое, поэтому ее много. Ее необходимо вылить в ладошку и легкими движениями нанести на лицо. Она действительно очень шелковистая, очень приятная, потрясающе пахнет, и кожа становится прям. Но давайте прочитаем про то, какая она. Во-первых, она дает видимый результат, заметен уже после первого применения, на самом деле. Обеспечивает интенсивный антивозрастной эффект благодаря высокой концентрации активных ингредиентов. Там действительно такие составляющие потрясающие, что, во-первых, пролонгированный эффект происходит, во-вторых, действительно ускоряется процесс. Именно когда мне клиенты или консультанты задавали вопросы, скажите, что мне такое взять, чтобы быстро-быстро привести себя в порядок. И тогда были у нас продукты, но все равно нужно ждать было какое-то время. Вот эта сыворотка, это действительно очень быстрый эффект. Она действительно какая-то волшебная. Серьезно, вы когда начнете ей пользоваться, вы, может быть, сначала не будете, чисто по ощущениям будете замечать, вот на ощупь, вы, может быть, не будете замечать какого-то быстрого эффекта, а вот люди будут замечать. Они скажут, что-то с тобой не то, наверное, ты влюбилась или еще что-то с тобой происходит. Или это лето так действует, а это действует именно сыворотка. Обеспечивает интенсивный антивозрастной эффект. А, я это уже прочитала. Платиновый комплекс, именно созданный компанией Faberlic, восстанавливает и омолаживает клетки кожи. Не только дерму, не только поверхность кожи, а клетки кожи проникают и работают на клеточном уровне. Активный комплекс, не буду читать, не хочу выглядеть некрасиво, читайте сами. Активный комплекс придает
определенный от компании Faberlic придает коже шелковистость. Вот правда шелковая становится, способствует повышению сопротивляемости к неблагоприятным внешним факторам. А сейчас лето такое, я не знаю, как у вас. У нас вчера за день было ливень с градом, ветер такой, что аж окна хлопали. Тут же выглянуло солнышко, стала жара. Через какое-то время я вышла на улицу, опять пошел ливень и ветер холодный. Я вообще не понимаю, за день меняется погода, как будто за неделю. И вот эта сыворотка, она поможет именно сохранить вашу кожу от всех этих вот перепадов туда-сюда. То солнце, то холод. Активный комплекс куб 3 мгновенно увлажняет кожу, способствует ускорению ее регенерации. Регенерация – это обновление, это восстановление клеток. То есть мертвые клеточки уходят, а живые клеточки быстрее вырабатываются. Подтягивает и омолаживает, увеличивает эластичность. То есть кожа будет более эластичной, даже если вы где-то ее натянете, она не будет лопаться, потому что морщинки это вот у многих от того, что она, знаете, лопнутая или растянутая. Трипептид стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, это очень важно для каркаса, кислоты, причем именно в дерме, что приводит к выравниванию рельефа кожи изнутри. То есть сыворотка работает на внутренние процессы, а не на поверхностные. То есть, когда человек говорит, я пока результата не вижу, потерпите чуть-чуть, потому что, видимо, внутри есть проблемы. Как только внутри восстановятся эти проблемы, то верхний слой кожи именно будет совершенно другим. То есть, именно восстановление идет изнутри. За счет уменьшения глубины морщин кожа снова приобретает утраченную упругость и плотность. И, конечно же, наш любимый кислородный комплекс Новафтем, который поставляет клеткам кислород и который помогает усваивать полезные ингредиенты нашим клеточкам. Поэтому сыворотка просто волшебная, она просто уникальнейшая. Возьмите ее по такой цене, это просто смешно. Возьмите несколько, съехала, вы никогда не пожалеете. Надо брать выгодно в каталоге номер 9. У меня такая рубрика была «Собери весь набор». И я тут удивилась, то я вам сравнивала 8 и 9 каталог, а тут в 9 каталоге можно набрать полный набор. Поэтому сделала вот так для вас, собери весь набор. Вот эта коллекция, я о ней очень много рассказывала, я сейчас в нее не буду вдаваться, могу сказать, что она именно с алоэ, она именно успокаивает кожу, она именно работает, то есть тут и депиляция, и для депиляции, и после депиляции, и вы можете, смотрите, потрясающий момент, вы можете взять хоть два одинаковых продукта, если вы в какой-то из продуктов влюбились, а можете взять каждого по одному, и у вас однозначно получится вот целый набор, который пригодится вам однозначно, особенно в летний период, это актуально, потому что мы одеваем короткие платьишки, шортики, выходим на пляж, загораем, и поэтому эти продукты уберут и раздражение на коже, и помогут удалить очень аккуратно волосяную поверхность, которая вам не нравится. Поэтому возьмите, берите срочно. Запомните два продукта, и тогда на втором шаге будет именно акция, они пересчитаются, поэтому можно собрать полный набор. Следующий полный набор, который я увидела в каталоге номер 9, который я вам рекомендую, я в него просто влюблена. Я просто в восторге вот от этой спа-процедуры. Для меня немножко жидкость, которая для тела, которая увлажняет тело, немножко сладковата. Но для моей подруги, которой я такой продукт подарила, она сказала, боже, какая прелесть, у меня аж не могу. Вообще все продукты потрясающие, но хочу сказать вам особенно, на что я просто купилась. Я в полнейшем восторге от масок для лица.
Одна маска увлажняет и успокаивает кожу. Это которая вот с левой стороны, вот такая темно-сиреневая, она успокаивает кожу, увлажняет, питает, то есть восстанавливает процессы поверхности кожи. А которая розовая, она очень подходит для комбинированной кожи. Она идет для всех типов кожи, но именно комбинированную кожу, она, если есть покраснение, она однозначно убирает их. Я была в полном восторге от нее, когда у меня появилось, мне нужно было экстренно бежать, ну, идти в определенное место, а у меня, ну, на лице были проблемы. Я думаю, господи, как же я с таким лицом пойду? Я взяла, нанесла эту маску, благо ее держать там всего 10-15 минут, 5 минут, ну там 10 лучше, потому что я, в зависимости от слоя, потому что там глина, и вот именно эта глина, она успокаивает. Когда я, во-первых, я от самого аромата, у меня сразу успокоилась нервная система, настолько вот действительно ароматерапия, именно как будто попал в спа-салон. Это первый момент. Второй момент, очень приятно наносить, очень хорошая текстура. Третий момент, когда ты смываешь, такое ощущение, как будто оно все маслянистое. То есть я прекрасно понимаю, насколько идет питание кожи, а питание необходимо каждому. И когда я смыла, я была поражена. Во-первых, такое, знаете, свежее-свежее лицо. И даже те места, которые покраснения были, их, конечно, за один раз не уберешь. Но они прям посветлели, то есть кожа успокоилась. Вот это воспаление успокоилось, я смогла спокойненько это CC-кремом затонировать, припудрить, и я прям как конфетка пошла. И очень мне понравился скраб для тела, я прям в него влюблена. Просто уникальный скраб. И очень мне понравилось именно обертывание для волос. Во-первых, опять же, этот аромат. Какой комфортный и шикарная вообще вот структура волоса, совершенно другая. Вот здесь в 9-м каталоге у вас есть у каждого шанс собрать весь набор и на себе попробовать. Прям вот знаете как, у меня есть такое правило в жизни, я себе организовала один час для себя любимой. Хотя бы раз в день, не всегда получается. Бывает раз в неделю, бывает два раза в неделю, но я делаю такой час. Я, во-первых, сажусь в ванну, в пену, в соли и начинаю ухаживать за своим телом полностью. За скрабы для тела, для ножек, для ручек, для волос, обертывание, полотенцем замотала, шапочку одела, полотенце нагрела. И вот и в этой маске, а еще когда в ванной сидишь, то поры открываются, маска еще более глубоко прям проникает, и вот кожа потом такая благодарная. Вот час дня, час один для себя любимой. И если вы возьмете все эти вот средства, а благо можно взять вот при покупке двух по суперцене, то вы действительно сможете попробовать каждый продукт и оценить его. Я вам это даю абсолютную гарантию. Аромат розовой коллекции, он более мягкий, а аромат фиолетовой коллекции, ну я по цвету вам определяю, он более яркий. Но повторения продуктов нет. Каждый продукт несет в себе определенные вообще вот преимущества. Поэтому у вас есть еще несколько дней собрать полную коллекцию любимейших продуктов для себя любимой на час, на один час для себя, который вы можете даже, знаете как, я иногда беру наушники, вставляю музыку, короче, полный релакс устраиваю себе дома, а еще с этими средствами вообще полный вот этот кайф. Поэтому, если вы себя любите, вы обязательно это себе возьмете и потом скажете мне и компании спасибо. Переходим к следующему моменту. Собери весь набор. Что же еще? Также в этом 9-м каталоге есть шикарный парфюм «Променад». Скидка на него 45%. И этот продукт очень удобно брать для консультантов. Почему?
Потому что здесь абсолютно полные баллы, независимо от того, что всего лишь, что такая большая скидка, а баллы не уменьшаются. Если вы хотите лично объем пополнить свой, то действительно берите парфюм, вы точно не ошибетесь, и крема обязательно берите. Например, взяли себе променад, а он подойдет практически каждому, потому что свежий морской аромат, а летом хочется чего-то свежего. Даже тем, кто любит яркие сладкие ароматы, они все-таки уже летом от жары, знаете как, парфюм от солнца начинает ярче вообще работать. И за счет этого даже самые легкие ароматы начинают проявлять себя очень сильно и могут быть слишком сладкими или слишком приторными на солнышке. Если вы едете на море или идете на пляж, вот променад – это как раз тот продукт, несколько капель, вот этот шлейф легкости, нежности, волнующие, знаете, такого трепета, пусть все оглядываются в красивом купальнике, в красивой нашей одежде, вы идете, и от вас веет морем, свежестью, любовью и нежностью. И именно это как раз аромат променад. Но здесь можно взять полный комплект, потому что смотрите, здесь какой потрясающий набор. Парфюмированный гель для душа. Многие говорят, да ну он такой дорогой, зачем я его буду брать? Они просто его не пробовали, потому что все парфюмированные гели для душа могут заменить парфюмерию. Потому что когда вы помылись парфюмированным гелем для душа, то он очень долго остается на вашем теле с этим ароматом, только более легким. И в набор входит гель для душа и еще маленький парфюм. Его очень удобно, променад, вот такой маленький 15 мл, в сумочку поставили, он всегда у вас с собой. То есть вы, например, дома брызнулись большим ароматом, а маленький у вас всегда с собой. Вы же не знаете, на сколько вы идете. Может быть, вы уйдете и до позднего вечера, и захочется где-то добавить аромата. Потому что, как бы мы ни хотели, все равно парфюмированные воды, они держатся 5-6 часов. А летом они быстрее начинают активироваться, работать, и они быстрее немножко вот так развеиваются. И поэтому иногда хочется себя побрызгать. Именно в 9-м каталоге вы можете взять этот полный набор, наполнить себя полным ароматом променада, прям на море, к лету, с радостью. Давайте посмотрим еще следующее, что я вам хотела бы предложить в 9-м каталоге. Вообще там можно брать очень много, я не могу о всех продуктах говорить, но именно парфюмерия, она дает полные баллы, и вы можете этим воспользоваться. И я вам точно говорю, что если даже вы приобретете продукт со скидкой, именно парфюм, то в следующем каталоге он будет по полной цене. Вы найдете клиентов по полной цене, и вы заработаете намного больше денег. Если вы предложите своим клиентам и скажете, ой, надо срочно брать, осталось всего тут совсем немножко дней, нужно срочно, потому что скидка супер. И ваши клиенты могут среагировать, действительно с удовольствием взять. Вот с левой стороны еще два набора, которых можно собрать полный набор. Это мужской аромат Ума Феличи. Простите секундочку. Коллеги, вы здесь, а то такого молчания, вы меня слушаете? Поставьте плюсики, слушаете вы меня или нет. А то вдруг я сама с собой увлеклась и прям заговорилась. Вы здесь, поставьте плюсики, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Здесь, хорошо, слушаете, отлично. Так вот, сверху, вот слева, вот здесь вот, это аромат мужской Ума Феличи, но его еще очень часто любят прям сами женщины. Они берут для себя этот аромат, потому что он потрясающий. Он у нас, вот это один из самых хитов продаж. Он очень вкусный. И понятное дело, что мужской, поэтому у меня есть несколько девушек, которые на себя не наносят его, а брызгают воздух и подходят под это облако Ума Феличи и прям ходят с этим мужским ароматом. И многие говорят, ты что, с ума сошла, мужской аромат берешь? На самом деле с ума никто не сошел, потому что
Вообще раньше в парфюмерию различия между мужским ароматом и женским ароматом не было. Вообще в древности, когда только создавался парфюм, разделения между мужским и между женским не было. Разделили для удобства, потому что мужчины начали говорить, мы не будем пользоваться парфюмерией женской, зачем это надо. Это сделали для мужчин, для того, чтобы они чувствовали свою мужественность. Если, предположим, вам какой-то мужской аромат нравится, и вы нанесли на руку, и вы понимаете, что вы с этим ароматом более яркая, вы что-то подчеркнули в своем характере, то, в принципе, вы можете взять мужской аромат, только его нужно наносить не на тело себе, вот если вы женщина, а в воздух и под это облако вставать. Так вот, в этом каталоге Ума Феличи также можно собрать полный набор для своего любимого мужчины или, например, для себя. Я для себя парфюм Ума Феличи не брала, но гель для душа, парфюмированный, а он более такой вот нежный. Я прям его безумно люблю. Я люблю принимать с ним прям вот душ, с гелем для душа. Поэтому обязательно возьмите здесь и гель для душа парфюмированный, и дезодорант. Набор как раз идет, и именно парфюм 50% скидка. Под ним также идет наборчик, это Festa de Vita, только здесь такой интересный набор составлен, это большой флакон и маленький флакон. Большой для дома, а маленький, да, попробуйте Елену, он правда вот уникальный, вот всем нравится. Если не говорить, что это мужской, все говорят так, вот прямо такая реакция, вот кому бы не давала понюхать, всем нравится. И парням очень нравится, и мужчинам нравится. Там сладкий мандарин, там цитрусовый аромат. Он такой, действительно, знаете, такой аромат странствия, аромат вот лета потрясающий. Festa de Vita более такой, вначале сладковатый, потом он развеивается, становится очень нежным. И вот набор, прям шикарный набор, маленький парфюмчик в сумочку, а большой набор именно на полочку дома. Поэтому обязательно возьмите именно в 9-м каталоге. Следующий аромат, который представлен со скидкой 40%, это Аора. Аромат Аора, он такой, конечно, он женский, но с мужскими нотками, потому что в последней ноте у него сандал. И это для тех, которые любят вот именно силу, стержень, бизнес-леди, вот для них вот Аора очень подойдет и понравится. И с такой скидкой взять Аору вы точно не пожалеете. Он такой вот желтый, теплый, но в то же время такой, знаете как, говорят, вот у нее в глазах чертинки бегают. Вот Аора это вот как раз тот аромат. Следующий аромат это Бай Алена Ахмадулина, он очень дорогой, но очень дорогой не только по цене, а по составу. Он такой, знаете, травяной, зеленый, такой немножко с кислинкой, такой благородный, божественный аромат. И многие смотрят на цену, не каждый себе может позволить. Вот именно в 9-м каталоге скидка 55%, стоимость просто смешная на него. 55%. На него цена, возьмите себе. Те, кто любят именно зеленые ароматы, ароматы такие, знаете как, особенно блондинки, вот для них вот этот аромат однозначно подойдет, особенно летом, когда вы едете на природу, то знаете как соединение с природой будет, потому что если брать сладкие ароматы на лето и выехать на природу, то вы будете как будто вы вообще откуда-то не оттуда, потому что шортики и яркий такой серьезный аромат на лето не подойдет, потому что вечерние ароматы днем ни в коем случае нельзя. А это аромат действительно такой летний, очень такой мягкий и дневной. Хотя его можно, конечно, праздничный вечер, естественно. Любимейший аромат бьюти-кафе, который покупается всегда, который продается всегда, который берут практически все, скидка 50%, обязательно его возьмите, пудровый аромат, очень интересный, с одной стороны вроде бы розовый должен быть такой, знаете, такой вот нежный и романтичный, на самом деле хитрый аромат, потому что в конечной ноте у него есть сандал, и это подойдет как для бизнес-леди,
так и для девушки, которая имеет свой характер, которая не вот такая спокойная, а которая действительно такая, ох, живчик, бьюти-кафе очень ей понравится. Вот возьмите, попробуйте, вам очень понравится. И скидка 50% однозначно, это вот тот аромат, который надо брать срочно. И также представлены два аромата мужских, оба очень интересные. Справа красный, он такой, знаете, такой, он яркий, он сладкий, он такой насыщенный, но это туалетная вода, то есть он будет держаться 3-4 часа. Слева у нас представлен парфюмированный аромат мужской, он такой более нежный, он такой влекущий, такой вот такой, такой какой-то, знаете, такой с раздумьем. То есть это два абсолютно разных направления, разных ароматов. И такие скидки 50 и 45% это нужно срочно брать. Поэтому вот обратите внимание на парфюмерию, не пожалейте денег, вы точно потом не скажете большое спасибо. Ай, жалко, съехала, хочется поправить. Собери весь набор из двух каталогов. Итак, мы сейчас начинаем с вами говорить, какой продукт нужно взять в 9-м и какой необходимо взять в 10-м. Хочу сказать о любимейшем моем продукте Проликсир. Кто-то его брал, кто-то нет, но именно вот скидки на эти продукты я прям хлопала в ладоши. В 9-м каталоге я рекомендую, я просто убеждаю вас, возьмите обязательно маску. Тут набор идет, маска вместе, запортовалась, с мицеллярной водой. Мицеллярная вода вам пригодится в течение дня, потому что очень часто много пыли, и вы сможете всегда протереть лицо, и оно будет у вас свежим. То есть в течение дня мицеллярная вода вам пригодится, а маска, которую я безумно люблю, ее можно наносить и потом смывать, но я ее даже делаю так. Я ее наношу на ночь и ложусь спать, она впитывается, и она очень хорошо работает. Но о ней я потом расскажу чуть позже, у меня описание есть. Именно в 9-м каталоге потрясающий набор из серии Проликсир. Обратите внимание, что в 9-м каталоге маска для лица тканевая дороже, а в 10-м она будет по супер цене, вообще красота. Красота, два продукта при покупке двух по 99 рублей. Можно взять одинаковые маски, можно взять разные маски для век и для лица. И точно так же наша любимейшая сыворотка, которую я вам о ней много говорила, ее можно добавлять по одной капельке в любые крема или просто отдельно наносить на лицо и пополнять свою кожу именно гиалуроновой кислотой для того, чтобы кожа ваша была упругая, красивая и замечательная. Итак, сейчас я вам специально сделала описание по двум продуктам, которые я безумно люблю и хочу, чтобы вы попробовали, тоже в них влюбились. Кому я рекомендовала, мне все потом говорили: боже мой, Таня, это ж надо, это ж такое ощущение, это ж такой аромат. Итак, гель-маска для лица двойного действия, это которая сейчас обязательно, да. Запись будет, но ее сброшу завтра с утра, потому что она обрабатывается 4 часа. Смотрите, гель-маска для лица двойного действия, ее нужно до 25 числа взять, и чтобы успеть. Интенсивно увлажняет кожу, защищает ее от сухости и потери эластичности. Входящий состав пептидный комплекс Проликсир S20 помогает вывести из кожи токсины, предупреждает появление морщин. Это вообще классно. Смесь аминокислот ProDev 400 защищает от сухости и потери влаги, увлажняет и улучшает эластичность. Гиалуроновая кислота удерживает влагу и делает кожу более гладкой. Маску можно носить 2 раза в неделю. Если у вас большие проблемы и очень сухая кожа,
и, например, очень глубокие морщинки, и вы видите, что у вас кожа как пергамент, и вам нужно восстановить ее, вы можете, в принципе, делать эту масочку, ну, хотя бы 3 раза в неделю. Но она очень быстро восстанавливает, даже после первого применения кожа совершенно становится другой. Поэтому я, знаете как, лето – это то время, когда наша кожа подвергается стрессу. Вроде бы здорово, солнышко, но стресс работает на состояние нашей кожи, и мы потом к сентябрю начинаем ее восстанавливать. Поэтому именно вот время масок, именно время сывороток, которые восполнят какие-то проблемы, которые вы прихватили на прекрасном солнышке или где-нибудь на озере, где грязь, именно маски смогут восстановить вашу кожу и не дать ей высохнуть, то есть не дать ей стать больше пергаментной. Даже если жирная кожа, она и то подсыхает в летний период. Итак, это в 9-м каталоге гель-маска для лица двойного действия. В 10-м каталоге, в следующем, планирование своих именно заказов, гель-маска-патч для кожи вокруг глаз, шикарный продукт. Способствует уменьшению темных кругов и отутеков вокруг глаз. Успокаивает и увлажняет кожу. Повышает содержание коллагена в коже. И именно, знаете как, она такая, как сказать, она как, знаете, как гелевый мешочек. Я даже не могу понять, вот на ней прям много геля. Рекомендуется она одноразовое применение. Но для меня было удивление, что когда я один раз нанесла, конечно, с этой масочкой для век нужно лежать. С ней не походишь, ее не приклеишь, она сползает, потому что она ползет, прям вот ползет по вашей коже. Я ее вот походи, полежала, какое положено время, я ее сняла, то ли потому, что я много ухаживаю за собой, что моя кожа не взяла то количество, которое было предоставлено на этой маске, возможно. Но у некоторых прям, съедает кожа, прям вот кожа века съедает эту гиалуронку. У меня нет. Поэтому, ну, я вот так вот попробовала, аккуратненько положила там специальную упаковку, запаковала, завернула и потом попользовалась второй раз. Наверное, я не права, наверное, мне косметологи скажут, что ты такое делаешь, но мне, честно говорю, мне было ее жалко выкидывать, потому что на ней столько осталось вот этого средства потрясающего, и она осталась в нормальном виде. Поэтому возьмите себе, попробуйте. Возможно, у вас будет тот же процесс. Но в любом случае, веко ваше становится благодарным вам. Потому что оно становится более эластичным. И морщинок становится намного меньше. Поэтому обязательно возьмите эту... А вы тоже так, Елена? Ну, много мне. Ну, вот правда. Ну, мне жалко выкидывать, она там столько средства. Там можно прям выковыривать и прям вот наносить на все веко. Итак, двигаемся дальше. Берите прям серию Проликсир, она точно вам понравится. Я прям обожаю этот продукт, прям безумно люблю каждый, но вот эти особенно, маски. Хочу ваше обратить внимание на серию потрясающую, которая не разрешена дамам, которым за 60. Конечно же, если вам, предположим, 58 или 59, то вам это уже можно. Если вам, предположим, 55, и вы видите, что ваша кожа просто нереально уставшая, она нереально сухая, она нереально морщинистая, то есть состояние кожи, если настолько плохое, тогда, в принципе, можно. Но все-таки старайтесь именно с 60. Я тоже про этот продукт расскажу, потому что вот уникальнейший продукт, знаете как, иногда люди говорят, вот бы подольше остаться молодой. А я иногда, когда смотрю на этот продукт и думаю, когда же мне будет 60, чтобы я могла этим продуктом попользоваться. Я даже для себя взяла умывалочку из этой коллекции, хотя мне нету 60, мне безумно хотелось. Вот этот гель для умывания, мне он очень понравился.
А вот именно в 9-м каталоге есть набор, вот этот гель для умывания и ночной крем. И этот вот, ну просто вообще удивительный. И стоимость очень шикарная. А именно в 10-м каталоге будет маска из этой коллекции со скидкой 45%. А там такая маска. Ой. Если вам нету 60, купите маме, купите свекрови, купите подруге, предложите своей соседке. Предложите, потому что вот эта коллекция просто нереально хороша. Итак, серия Матридженик. Биомиметическая косметика для очень зрелой, увядающей кожи. Омолаживающая маска Скульптор, вот которая будет в 10-м каталоге. Я прям про нее вам специальное описание сделала, чтобы вы поняли, насколько она уникальна. Она, естественно, для лица, шеи и декольте. То есть она комплексно, можно прям вот, знаете как, вот прям вот на всю, комплексно нанести ее. На основе морских водорослей. Гарантирует быстрый и впечатляющий результат. Она действительно по текстуре удивительна. Она действительно очень дает быстрый эффект на коже. Кожа становится совершенно другой. А при регулярном использовании 2 раза в неделю кожа становится просто абсолютно другой. Буквально через неделю, через 2 уже человек не узнает. Дамы молодеют на глаза. Всего за несколько минут кожа глубоко очищена. То есть, представляете, маска работает не только на питание, но она еще и очищает кожу щадяще. А именно с годами у нас кожа становится более чувствительной, более такой поврежденной. Именно эта маска еще и очищает щадяще. А контуры лица восстановлены, а прям вот подтяжка идет. Экспресс-уход еще никогда не был таким простым и эффективным. Используйте один продукт для одновременного очищения и восстановления кожи 3 важных зон – лица, шеи и зоны и декольте. То есть, по сути, здесь не нужно никаких скрабов, достаточно одной маски. Она будет работать и как очищение, и как маска. Вообще супер! Активный комплекс «Матридженик» 14G – реактивирует 14 генов красоты. Представляете, насколько сильно работает. Причем он есть во всех продуктах и также в маске. Запускает механизм естественного омоложения, то есть заставляет кожу работать на генном уровне. Это просто нереально. То есть этот продукт заставляет наши гены вспоминать молодость, как он раньше боролся с проблемами. То есть, знаете как, организм начинает сам бороться с теми проблемами, которые возникли. И благодаря именно этой коллекции маска снимает слой ороговевших клеток, которые вот у нас у всех есть ороговевшие клетки, даже у маленьких деточек. Только у них клетки быстрее рождаются, но новые, и поэтому оно быстрее обновление происходит, а у нас накапливается. Если мы не удаляем скрабами или гамажем, не удаляем ороговевшие клетки, то наша кожа становится более толстой, грубой, морщинистой. Здесь снимает ороговевшие клетки щадящие, открывая доступ к глубоким слоям кожи. Вот когда потом ночной крем наносите, то получается, что он легче проникает в глубокие слои и начинает быстрее действие. Маска, про маску еще продолжаю, восстанавливает четкость контура лица, стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливает структуру эпидермиса, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищает поры и устраняет черные точки. То есть, представляете, это может помочь как для комбинированной кожи, так и для сухой. Мягко отшелушивает старые клетки, повышает регенеративные функции клеток. Я вообще от этой маски, я прям так хочу ее попробовать, но мне совсем рано еще. Ну, не совсем-совсем рано, но все равно еще рано. Я прям вот в нее влюблена. Я на коже ее пробую, на коже рук, и прям восхищена от нее. Поэтому дайте благо тем людям, кто старше вас по возрасту.
А второй продукт, о котором я хотела бы сказать, исключительно богатая формула ночного крема компресса каскадного действия. Она в 9-м каталоге вместе с гелем для умывания в наборе, а в 10-м каталоге она еще будет дневной и ночной крем. Поэтому можно здесь и гель подхватить, и ночной крем, и там дополнительно купить. Итак, сочетая передовые технологии, высокоэффективные ингредиенты, заметно уменьшает морщины и подтягивает кожу. Очень насыщенный и маслянистый крем гарантирует зрелой коже роскошное ночное питание. Утром ваше лицо выглядит так, словно вы только что вернулись от косметолога. Не могу сказать по себе, но эти отзывы подтверждают мои клиенты, которые купили. Они говорят, это просто что-то уникальное. Посвежевшим лицо становится подтянутым и счастливым. Именно ночной крем работает на восстановление кожи. Поэтому ночных кремов должно быть много. Именно они работают и восстанавливают структуру нашей кожи. Богатая маслянистая текстура обеспечивает коже комфорт на всю ночь, быстро впитывается и не оставляет следов. И также здесь в этой серии добавлен кислородный комплекс Новофтемо 2. Вы про него очень много знаете. И именно комплекс Новофтемо 2 он усиливает и ускоряет осваиваемость клеточками вот этих полезных ингредиентов. Поэтому обязательно соберите весь набор из 2 каталогов и расскажите своим клиентам. Коллеги, устали или нет? Напишите что-нибудь мне, и мы быстренько дальше двинемся. Я постараюсь побыстрее и расскажу вам немного, совсем немного о каталоге номер 10, потому что о нем можно тоже рассказывать прям блины. Но я немножко ускорюсь. Отлично. Терпите немного, надеюсь, я вам сегодня буду полезна, и полезно будет далее, потому что даже когда я рассказываю про каталог, я все равно рассказываю про продукт. И у меня прям есть серия уроков именно по каталогам, и там про каждый какой-то продукт я рассказываю. Поэтому, в принципе, вы сможете пересмотреть и те предыдущие уроки, и сможете пополнить, можете дать своим новичкам, объяснив, посмотри, ты поймешь про некоторые продукты, поэтому это будет полезно. Итак, смотрите, в 00 часов 00 минут закрывается, по московскому времени, закрывается каталог номер 9. Исправить уже ничего нельзя будет. Если вы с опозданием сделаете оплату или в воскресенье скажете, да я успею, у меня еще целый час впереди, могут быть сложности. Поэтому успейте, пожалуйста, сегодня, завтра, постарайтесь сделать заранее. Потому что уже 00 часов 001 минуту начинается 10-й каталог. Вы оформить заказ в это время не сможете, потому что компании потребуется полчасика где-то для того, чтобы сформировать отчеты и проверить все. То есть там идет формирование. А уже спустя полчаса, то есть 00 часов 30 минут, вы уже можете оформлять заказ по 10-му каталогу ночью. Но будьте осторожны, потому что иногда некоторые акции не срабатывают, потому что лучше дождитесь понедельника. Но постарайтесь уже заранее подготовить список тех продуктов, о которых, может быть, я рассказала, которые вы увидели в каталоге, его просмотрели. Обязательно постарайтесь оформить его в первые дни каталога. Чего-то не будет, не пугайтесь. А что-то вас прям вот удивит, и вы возьмете. Потому что когда люди целый каталог ждут, потом под конец каталога начинают пробивать заказы или делать клиенты заказы, то многих продуктов уже нету. Их нету не потому, что они исчезли, а потому что добросовестные консультанты, которые работают с клиентами, уже успели их купить. И определенное количество закончилось по определенным акциям. Они потом появятся, но уже в другой цене. Поэтому лучше всегда оформлять свои заказы в первый день
в первый день каталога. Я вот стараюсь всегда приучать своих консультантов и всем говорить. Те, кто привык, они уже делают даже вот спустя полчаса. То есть ждут какое-то время, пробивают уже прям ночью. Итак, давайте двинемся. И наступает каталог безумных летних скидок. Когда вы начнете его листать, обхохочетесь. Прям вот точно написано sell, то есть летняя распродажа, везде распродажа, распродажа, распродажа. Я как получаю новый каталог, сразу вставляю списки. Вот, правильно, молодец, Надежда, правильно. Тогда вы точно уже не ошибетесь и лишнего не наберете. Прежде чем мы приступим к продуктам, я хочу вам напомнить, что помимо основного каталога, у нас есть и другие каталоги. Есть каталоги Флоранж, которые есть каталог Флоранж по нижнему белью. Есть каталоги, которые из старых коллекций, и некоторые продукты еще можно оформить. Вы это видели по распродаже в этом каталоге. Есть каталоги Флоранж, которые по аксессуарам, по украшениям. Есть каталог Денос, есть каталог, он появился, кстати, новый летний каталог. Если вы его не знаете, как брать, вы просто, когда делаете основной заказ, набираете словами «каталог», и все. И у вас выходит прям список всех каталогов, которые у вас есть в вашем регионе. Выбираете, и все. Появился новый каталог Денос именно на летний период. Дальше. Есть каталоги продукты здоровья. Сейчас их нету, видимо, их переделывают, сделают новые. Каталог продукты здоровья. Вот смотрите, если вы основной каталог, он меняется каждый период, то те каталоги, они остаются на несколько периодов. Поэтому не жалейте. Там очень много полезной информации, которая вам пригодится. Точно так же есть журналы, которые вам в помощь. Там рассказывается о продуктах, там рассказываются составы, там рассказывается, где производятся продукты. Там есть журналы по бизнесу, поэтому литературу не пропускайте. Она полезна, и она вам пригодится. И огромное количество инструментов вам в помощь и для продаж, и для себя любимые. Это и пробники, и парфюмерии, и кремов, и помад. И прекрасная палета красок. Если вы продавец, то обязательно возьмите эту палету, очень удобно с ним работать. Это огромное количество разных пакетов, красивых пакетов для праздника. Поэтому предлагайте клиентам. И огромное количество майк. Поэтому огромное количество инструментов, которые вам пригодятся. Даже есть ручки Faberlic. Если вы просто зайдете в раздел аксессуары, то вы увидите, что намного больше того, что вы не видите в каталоге, потому что в личном кабинете очень много чего есть, то, чего нет в каталоге, и вы это пропускаете. Поэтому прям вот походите, поищите, и вам это понравится. Супер! В 10-м каталоге начинаются летние распродажи. То есть на каждые 999 рублей это в ценах каталога, то есть каждый ваш заказ, который будет на 999 рублей в ценах каталога, наша цена другая, вам будет даваться купон, который будет со скидкой 50% в следующем каталоге, в 12-м. Поэтому, если у вас, и оно суммируется. Например, если вы делаете заказ, то смотрите, чтобы у вас получилось дважды, например, 999. Посчитайте, сколько это будет, если дважды 999. Напишите мне, пожалуйста. Если вы, например, делаете большой заказ, посчитайте, чтобы было трижды 999, потому что вы пропустите третий. То есть оно кратное, поэтому отслеживайте. Да, можно правильно, Надежда, взять и убрать, поставить рубль, и получится это на 2000 в ценах каталога. Поэтому обязательно отслеживайте такой момент, тогда вы сможете большее количество получить вот этих купонов, и также рассказывайте своим клиентам, потому что это их касается в первую очередь. Если они делают заказ на 999 рублей, вы им дарите вот этот купон, и в следующем каталоге они вам сделают заказ, продукты с 50% скидкой, какой-то продукт они у вас приобретут.
То есть это хорошая акция как для ваших клиентов, точно так же эта акция прекрасная и для вас. Обязательно ею воспользуйтесь. Двигаемся дальше. В 10-м каталоге огромное количество бонусов за покупки. И причем очень шикарные бонусы за покупки. И мы сегодня поговорим о нескольких бонусах за покупки, о которых мне прям вот хочется вам рассказать. Ну, во-первых, бонус за покупки всего 99 рублей. Это серия по уходу за телом. Потрясающе. То есть, вот знаете как, бриз свежести в жаркий день, это можно как средство, знаете как, во-первых, это дозатор, во-вторых, это удобно взять в сумочку, это вода для тела, если вам жарко, вы можете побрызгаться, но это еще и с ароматами дополнительными, нежными ароматами, очень приятными, то есть это своего рода, знаете, даже дополнительно парфюм для вашего тела, потому что тело у нас летом потеет, хотим мы этого или нет, а можно прекрасно освежиться. Причем вот эту воду можно замечательно использовать, например, на рабочем месте. Взяли салфеточку какую-то, нанесли вот это вот средство на тело или на салфетку, протерли его, и вы будете прекрасно пахнуть, и увлажните кожу, и будете себя чувствовать прекрасно, и окружающие тоже будут говорить, как ты прекрасно выглядишь, как от тебя замечательно пахнет. Поэтому обязательно этим бонусом воспользуйтесь. Акция потрясающая, можно набрать огромное количество вот таких спреев всего за 99 рублей. Это вообще смешная цена. А также можно это взять и уже подарить клиентам за хорошие заказы. Опять же, бонус за покупки наши любимые туши. Обязательно их возьмите, всего за 169 рублей. Туши всем эти нравятся, потрясающий объем, потрясающее удлинение. То есть обязательно этим воспользуйтесь. Коллеги, секундочку, буквально секундочку подождите, я немножечко поправлю кое-что у себя, а то у меня что-то тут мудряется уменьшаться освещение. Вот, кстати, скажу, что вот эти туши, это просто супер. Я уже о них рассказывала и не буду останавливаться. Лучше посмотрите мои видео, которые сравнительные характеристики двух каталогов. Я там прям про эти туши более подробно рассказывала. А лук проще всего, обязательно возьмите их, бонус вам этот достанется, и просто их попробуйте, и вы будете очень довольны. Огромное спасибо компании за бонус за покупки краска Faberlic. Ой, как долгое время я этой краской очень пользовалась, потом ее убрали, мне пришлось перейти на краску Краса. Но хочу сказать про эту краску Faberlic. Во-первых, она будет по суперцене 129 рублей. Во-вторых, в этой краске абсолютно нету перекиси. В этой краске стоит разрыхлитель теста для того, чтобы краска проникла в волос глубоко. Краска, мало того, что она безвредна для волос, она еще и содержит в своем составе полезные вещества, которые вот разрыхлитель теста расширяет волос, убирает вот чешуйки, открывает. И туда проникают полезные вещества этой краски, то есть там прям витамины прописаны. Знаете, какой эффект после этой краски? Когда вы покрасились, такое ощущение, что как будто у вас шевелюра стала больше. Прям волос становится больше за счет вот этого разрыхлителя, прям вот много их. Краска очень долго держится, если правильно ее наносить. То есть ее нельзя смывать шампунями, ее, когда вы покрасились, подержали определенное количество времени, нужно ее просто смыть водой для полного, вот когда вода становится прозрачной, и после этого обязательно маску нанести, а маска шикарная в этой краске, которая как ополаскиватель, а еще идет и как закрепитель, и тогда вот один или два дня, или три дня походить с окрашенными волосами, волосы будут чистые, красивые, шелковистые, а потом уже можно помыть краской, шампунем, и никаких проблем не будет. Но краска просто супер, поэтому обязательно попробуйте.
Да, вот мы проверяли с этим, как его, с парикмахером, и я говорила, как понять, стойкая или нестойкая краска. Есть такое правило у профессионалов. Если краска, что значит стойкая? Если краска на пятую неделю чуть-чуть смылась, ну, может она смыться, даже самая стойкая смывается на пятую неделю, но по цвету понятно, какой краской окрашивали вы. То есть есть краски, например, не буду называть названия, которые начинают быть серо-буро-малиновые волосы. Они начинают корни одного цвета, кончики другого, начинают синеть. Вот та краска, она хоть и стойкая, но она катастрофа. Вот хорошая краска, та, которая, даже если она смывается, то она смывается постепенно, и цветовая гамма остается. То есть она остается в волосе, она остается на волосах. Вот это считается высокого уровня краска. Вот эта краска именно такого уровня. Я ее очень люблю. Сейчас, правда, перешла на другую, уже перестраиваться не могу, но те, кто не пробовал, попробуйте, вам она очень понравится. Я крашусь 9 0 или 9,1. Вот такой, вот таким цветом. Ну вот у меня волосы такого цвета, вот как вы видите у меня на фотографии. Следующий бонус, который за покупки будет в 10-м каталоге, шикарнейший. Это вот действительно вот очень красивые флаконы, очень красивая упаковка. Это были подарочные такие наборы. Специально под одежду компания делала вот такие вот, знаете, праздничные упаковки. И вот здесь у вас есть уникальная возможность. Тут 30 миллилитров, не 50, не 15, 30 миллилитров в этом флаконе. И вы можете взять всего лишь по 199 в ценах каталога. Это просто смешная цена, я вам честно говорю. А ароматы те же самые, которые сейчас есть в каталогах. То есть это тот же аромат, только в другой упаковочке, в очень красивой. Вы обязательно почитайте их составы, потому что там прям вот несколько ароматов, которые вы сможете взять по суперцене. Это вообще это просто прелесть, это шикарный подарок кому-то, это шикарный подарок себе, очень приятно, поэтому вот этот бонус удивительный и уникальный. Прям тороплюсь, чтобы вас долго не задерживать, еще немножечко осталось. Очень отличный бонус это по уходу за зубами. Всего лишь за 109 рублей зубные пасты, которые это именно лечебные пасты. Они не просто, они профилактические, лечебные, поэтому благодаря, они концентрированные, и благодаря этим пастам вы можете даже видоизменить или восстановить какие-то проблемы в своей полости рта. Поэтому я считаю, что такие пасты в бонус за покупки нужно брать всегда, потому что вы всегда будете, то есть это они имеют лечебный эффект, и вы оцените по достоинству каждый вид этой пасты. Каждая в своем составе что-то несет и в чем-то помогает. Я, например, пользуюсь сейчас зубной пастой, которая предотвращает появление камня. Она такая немножко мятная, очень концентрированная, нужно совсем немножечко. И я очень ей довольна, вижу эффект. Кто-то пользуется Продент, которая, в общем, каждая паста для чего-то предназначена, поэтому вы сможете взять ту пасту, ну, по суперцене такую пасту возьмите себе и на всю семью. Бонус за покупки это наши любимые маски, то есть серия Гардерика. Обязательно тоже воспользуйтесь, потому что я вам говорила, для чего нужны сыворотки, для чего нужны масочки. Ну и, конечно же, бонус за покупки по смешной цене, это вот серия про ноги, и там можно на свой любой вкус, на свои любимые ножки, у кого какие есть задачи, взять любой крем, а можно взять все абсолютно. А они все подходят даже для детей. Они даже для детей подходят. Единственное, что если ребенок еще глотает зубную пасту, то лучше брать все-таки детскую, потому что там они сделаны вообще на фруктовых кислотах, и если он проглотит, ничего страшного. Если дети не глотают, то вот это для всей семьи, вот эти зубные пасты, они именно лечебные. То есть на них прям стоит этот
плюсик. То есть это действительно лечебный эффект. Ими не нужно постоянно пользоваться, это для решения конкретных проблем. Поэтому обязательно возьмите. Ну и для ножек обязательно полюбите свои ножки и возьмите большое количество кремов, разных абсолютно, для своих ножек. И, конечно же, нас ожидают потрясающие новинки в каталоге номер 10. Мне очень нравится эта картинка, прям хочется все купить. Расскажу буквально про некоторые. Уже попробовала этот продукт, а еще он будет, то есть у меня есть возможность купить заранее. Боже, какой вкус! Коллеги, как это пахнет! Это пахнет настоящими ягодами! Вот прям настоящими-настоящими ягодами. Такое ощущение, как будто ты моешь руки вареньем. Не по липкости, а именно по аромату. Вот прям настоящими ягодами. Это такой вкус потрясающий. Жидкое мыло, и крем для рук, и скраб для тела, и гель для душа, а еще маски питательные. То есть витаминные маски в упаковочке, гель, который можно нанести и также поухаживать за своим лицом. О, такая прелесть, я себе взяла несколько продуктов, хочу уже следующие взять. То есть вот действительно, вот тут написано витаминная бомба для твоей кожи, это точно. Но самое важное, это здесь можно собрать всю полностью коллекцию, потому что можно купить по два продукта, и тогда будет супер цена. То есть вы можете вот... Ой, Надежда, я попробовала, я аж прям, аж вот крылышками бяк-бяк-бяк вот прям делала, прям не могу, прелесть. И можно собрать всю коллекцию, весь набор, и это здорово, обязательно возьмите. Про составы не буду говорить, прочитайте, потому что и так я вас задержала, извините, пожалуйста. И второй аромат также, это же... Вот эта коллекция тоже потрясающая, но она немножечко такая, знаете как, вот действительно пахнет киви, настоящим пахнет киви. А вы знаете или нет, что именно в один киви замещает по составу витамина С килограмм мандарин? Знаете это, что одно киви замещает вот... Вот сколько в нем витамина С, это как килограмм мандарин. Молчите, не знаете или знаете? Вот здесь вот эта бомба, это киви, это витамин С для нашего организма в полном комплекте. То есть можно и для ручек, и для ножек, и для всего тела. А, не знали, спасибо, Ирина, что написали. Киви очень полезная. И одно дело, когда вы просто едите этот продукт, а другое дело, вы его будете на себя наносить. Это вообще супер. А еще можно полностью собрать всю коллекцию. И действительно, аромат тоже прекрасный. И также маска для лица. Представляете, а что делает такой витамин С? Витамин С это всегда как цитрусовая. То есть, если нужно отбелить кожу, хотите, чтобы она стала более беленькой, то обычно многие... пробуют эти, как его, лимонную кислоту что-то добавляют, то есть что-то используют. А здесь вы можете действительно сделать свою кожу более белой, более яркой, более красивой. И также собрать весь полный набор, потому что при покупке двух будет супер цена. Шикарные продукты, просто не... Упаковка такая прикольная, такие гели для душа, знаете, как бутылочки. Главное спрятать от детей, чтобы они не выпили, потому что вот как варенье. То есть вот гелевая основа и вот прям вот запах как будто настоящих ягод и фруктов. Супер! Если компания будет продолжать эту коллекцию делать еще новые, то это просто действительно уникально. Ура, 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 коллеги, ура! Я думала, убрали. Очень переживала про эту коллекцию, потому что сама пришла на этот продукт, когда у меня были проблемы с кожей и была... Большое огромное количество именно угревой сыпи у меня на лице, я вылечила лицо, и, соответственно, меня многие спрашивают, и я им помогала. И когда убрали эту коллекцию для проблемной кожи именно с акне, с воспалением, я думала, господи, зачем они ее убрали, так же нельзя. Наконец-то компания вернула, но она не просто вернула, она видоизменила. И я была удивлена, потому что у нас появляется потрясающий продукт, которого не было никогда.
пудра, которая работает как умывание для лица. И самое удивительное, что эту пудру можно даже для чувствительной кожи использовать. Для меня это было просто шоком и удивлением. То есть остальные продукты для проблемной кожи, для комбинированной, а вот пудры для умывания даже для тех, у кого сухая кожа или чувствительная. То есть это очень такой щадящий продукт, такой удивительный и уникальный. Вы его наносите и смываете. Про эту коллекцию расскажу более подробно на отдельном прям вот занятии. Но огромное спасибо компании, потому что здесь есть, во-первых, маска, которая работает как скраб, и она прям именно там в составе есть те продукты, которые очень быстро уберут воспаление и очень быстро, не пересушивая кожу. Везде написано вот прям в этой коллекции, что она не будет пересушивать. И это здорово, потому что очень часто мы работаем, чтобы остановить работу сальных желез, вот, чтобы уменьшить количество выделения подкожного сала, а еще и пересушиваем. Здесь не будет пересушивания, и это просто супер. Так вот, есть маска, которая прекрасно воспалительные элементы уберет, есть крем специальный, который будет работать на день и ночь, и точно так же точный аппликатор, супер, а обычно точные аппликаторы из таких коллекций еще очень здорово работают именно на герпес, когда вот, например, герпес на губе, на носу соскакивает герпес, где-то там ножки продули, и очень часто многие начинают наносить крем, герпес начинает расползаться по большем количестве. Именно здесь купируют, во-первых, воспалительные процессы, а во-вторых, прекрасно вот эти продукты у нас работали еще в предыдущих коллекциях, именно останавливают герпес на начале. Вот знаете как, 1-2 дня, и все, на третий уже начинает подсыхать. Вот я вообще обожала этот продукт, когда убрали его, этот точный аппликатор, прям расстраивалась. Он появляется, коллеги, обязательно его возьмите, он пригодится всегда. Это вот для всех. То есть, слава Богу, спасибо огромное компании за эту коллекцию, потому что действительно возрастная проблема с угревой сыпью и много-много другого. Спасибо компании вот за этот уникальный продукт, именно вот эту тональную основу в четырех цветах. Но самое важное, именно эта основа, она работает. Татьяна, вебинар, на котором будете рассказывать про эту коллекцию, будет для всех структур. Конечно, да, потому что мы сейчас объединились, особенно на летнее время, мы понимаем, что мы можем друг другу помочь, мы можем действительно вместе объединиться, потому что, ну, все равно летом кто-то отдыхать уехал, поэтому мы работаем на общей команде, и поэтому обязательно это сделаем. Вот смотрите, вот эта вот тональная основа, она чем уникальна? Во-первых, она идет с определенными отражающими частичками, то есть кожа ваша будет прям сиять и блестеть. А во-вторых, это очень хорошо работает для селфи. То есть, если вы делаете селфи, то ваше лицо будет очень красивым. Хотела про это рассказать подробнее, но я понимаю, господи, сколько времени я вам рассказываю. Мне уже неудобно, это так нельзя. Говорящее радио практически. Потрясающий продукт у нас появляется, это рассыпчатая пудра. Я его еще не пробовала, не знаю, но обычно те предыдущие, которые рассыпчатые пудры были, были очень-очень хороши. Тем более, когда, например, кожа потеет, то компактную пудру не всегда удобно. А здесь буквально вы чуть-чуть на бархатную, это как его, на саму эту бархати, как она называется, на мякушку, хорошо скажу по-другому, на мякушку немножко, прям вот капель рассыпчатой пудры, и уже можно припудрить лицо и уже сделать так, чтобы ваше лицо не блестело, особенно в летнюю погоду. Это вот такая цена, 449 рублей, ну это просто смешно, и зеркальце, и много, и сама бархатная вот эта штучка, пуховка, вот, спасибо большое, я аж забыла, заторопилась, на время глянула, сказала, ужасно.
Шикарная новинка, обязательно себе запланируйте и возьмите. Итак, заказывайте заранее, потому что очень выгодные предложения. Заранее, помните, я вам говорила. То есть новую такую рубрику начинаю. Три вида чего? Пудр? Да, там три цвета. Там можно любой цвет подобрать, очень удобно. Смотрите, шикарный, супер ценный по каталогу на серию «Эксперт». И я прям радуюсь, потому что здесь большое количество именно тех продуктов, о которых я вам очень много рассказывала. И именно они идут со скидками. И прям можно о каждом рассказывать, потому что каждый хочется взять. Поэтому обязательно просто посмотрите каталог номер 10 и обязательно посмотрите на серию «Эксперт» и прям записывайте себе эти продукты, каждый, который идет со скидкой. Потому что там много таких вещей, про которые вы скажете: персик, вот обожаю. Но об этом о серии «Эксперт» я говорила много, не буду останавливаться, будем двигаться дальше. Обязательно из этой коллекции наберите себе прям много, потому что их расхватают. Теперь смотрите, суперценный на каталог на огромное количество средств по уходу за волосами, то есть по укладке, на средства по мытью, на средства... В общем, красивые волосы – это не роскошь, это средства по суперцене, которые вы будете использовать и будете благодарны и компании Faberlic, и будете получать огромное количество удовольствия от этого. Потому что вот тоже про средства для волос рассказывала много, у меня есть прям подборка, именно вот сравнительных характеристик, посмотрите. Нас немного прервали, я допишу все-таки это видео для того, чтобы вам досталась полная версия этого обучения. Итак, про шампуни я вам уже рассказала, и про них я очень много рассказывала, поэтому останавливаться не буду. Огромное количество супер цен в каталоге и на крема, и на новинки даже, на зубные пасты новые, и на гели для душа, и на летнюю серию. У вас есть уникальная возможность в 10-м каталоге приобрести огромное количество разного продукта, и салфеток, и много-много всего другого по суперценам. Поэтому обязательно прям листайте внимательно каталог, обязательно планируйте свои заказы и обязательно приобретайте. Точно так же вновь большие скидки 50% на нашу замечательную парфюмерию. И это Дона Феличи, это и Шато де ла Луар, это и Пандор, и даже Пуртужур, который будет по супер цене, всего 999 рублей в ценах каталога. То есть опять огромное количество возможностей подобрать тот парфюм, который подходит именно вам, который именно вам нравится и именно для вас предназначен. Обязательно их проверьте, запишите себе и возьмите. Тем более здесь именно в парфюмерии полные баллы, а для клиентов это шикарная возможность получить тот продукт со скидкой, с большой, который они полюбили. Давайте быстро двигаемся дальше. Громадное количество распродаж и на одежду, и на аксессуары. Прям много по суперценам. И украшения, и сумки. Поэтому здесь тоже очень внимательно нужно пролистать и выбрать те продукты, которые вам нравятся, которые, возможно, вы не купили ранее, а теперь у вас есть такая уникальная возможность. И, конечно же, наша любимейшая продукция, именно средства для дома. И здесь тоже такое огромное количество скидок. И появляются у нас новинки, которые я прям радуюсь.
маленькая упаковка, ароматы, которые сохраняются в течение 30 дней после распаковки. И у вас, их можно как вешать, их можно вешать на вешалку рядышком с одеждой. Но точно так же их можно класть и в какие-то шкафчики для того, чтобы аромат вашей одежды был определенный, чтобы действительно сохранялся вот этот естественный, прям вот еще их не видела, но очень хочу попробовать, потому что я брала других фирм, и я была очень довольна. Поэтому вот прям вот спасибо компании за такие даже маленькие мелочи, знаете, как вот когда бываешь где-то, бываешь, например, в ресторане, и говорят, это комплимент от шефа. Я считаю, что это комплимент от компании нам, который действительно нам поможет. Можно делать даже подарочки для своих клиентов, потому что это такой вот, ну, такой очень приятный, ароматный продукт, который пригодится каждому. Ну и, конечно же, подходит к завершению наш каталог номер 9, период 25 июня он закончится, и я вам всем желаю успеха и роста в новом периоде. Обязательно с достоинством завершите этот каталог и доделайте то, что вы не доделали, у вас еще есть время, и к новым вершинам, к новым стремлениям в новый каталог, потому что мечты имеют свойство сбываться. И только от того, насколько вы много пожелаете для себя благ, от этого зависит, как вы будете жить, как вы будете жить с компанией Faberlic, и как вы будете использовать все акции от компании себе во благо и во благо своим клиентам. Спасибо за ваше внимание, роста вам, успеха, счастья, теплых дней, прекрасного моря или озера. И, конечно же, большого, огромной любви ваших близких, вашего окружения и ваших консультантов. С вами была Курячая Татьяна. До новых встреч, дорогие друзья!